Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Insta360 включить режим автоматического выключения. Для этого переходим в верхнюю панельку, затем переходим в настройки, переходим в основные и затем в раздел автоматическое выключение. И здесь у нас есть опция через 3 минуты, через 5 минут, через 15 минут или же никогда. Давайте поставим 5 минут. И теперь телефон устройства будет автоматически выключаться после 5 минут бездействия. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.